Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу сделать свеженький обзор на растаможенный караван. Это Элдис Одиссей 2005 года выпуска. Пятиместный караван, полностью растаможен. Цена данного каравана 512 тысяч рублей. Его вес составляет 1,50 тонн минимальный вес. Максимальный вес данного каравана 1,250 тонн. Очень стильный модный караван. Элдис вообще очень крутая марка, такая брендовая. Ну и кузова у них очень красивые. Как раз сделаем обзор, посмотрим его полностью по состоянию, чтобы ориентиры ребят видеть. Вот. Алло. Да. Слушай, я сейчас видео сниму. Подожди. Я Андрею позвони. Он все сделает. Ну. Так, продолжим, ребят. Пришлось отвлечься чуть-чуть. Очень красивый такой. Бомбической формы. Забирал я его у хозяина. Вот низы. Верха. Все стеклопакетики, все целое. Забирал я его у собственника. Данный караван. Прицепной Винтерхоф стоит. Очень фирменная. Вот он весь обработан. Чисто, аккуратно, по состоянию он на пятерку. Ну, давайте так аккуратненько пойдем. И как раз посмотрим. Насыщенного белого цвета. Техосмотры. Хозяин полностью все проходил. Все полностью у него все обслужено. Документы тоже, конечно, являются. И есть кассета. Тедфорд стоит. Вся на месте. Стеклопакетики тоже все, конечно, целые. Сейчас заглянем, посмотрим подвесочку. Уже очень модная модель. Уже на литых дисках, причем на своих штатных стоят. Так, ну что у нас здесь стоит? GTR Ideal, это Индонезия. Радиус 14 cm, клиренс высокий у каравана. Резина по состоянию новая. Резина жгут, подвесочка в отличном состоянии тоже. Ну и вот, ребят, снизу все было видно. Все отлично. Арочки. Вот они. Все целы. Не побитого, ничего, конечно, ничего нет. Ключи. Тоже есть. Это вот какую-нибудь мелочь. Тут под аккумулятор. Чем даже удобно, мне модель нравится. По стеклопакетам здесь контур стоит специальный. И он ровно-ровно. То есть как единое целое идет. Очень удобная конструкция. Хромированные ручки. И сейчас пойдем сзади сейчас. Сейчас все посмотрим. Зад-то вообще, и что перед, что зад. Видно, что модель свежая. И очень красивые фары уже такие модные идут. С хромированными ручками. Снизу тоже посмотрим. Очень отлично. Даже не в приличном состоянии. Но... Так, здесь где-то по полкам. Полностью обрабатывал. Красавец такой. Передок тоже заглянем. Ключи все есть.
здесь у нас запасочка, химия лежат, лежит, запаска новая. Сверху тоже посмотрим. Все очень аккуратно. 14-я цешечка своя штатная стоит. Вот и стеклопакетики, аккуратные все. ГТР идеал, все одинаковое, по резине, по дискам, все как должно быть. Пойдемте вовнутрь, конечно, посмотрим, что из себя он представляет. А вот внутри данный караван. Здесь кровать все раскладывается. Здесь двухъярусная кровать ставится для детей до 70 килограмм, она выдерживает. Ну, сейчас начнем. Сетка вот она нигде не побитая, аккуратно. Полы очень крепкие, но когда приедете, сами убедитесь, ребят, уже в этом абсолютно, но уже на месте. Так, мебель вся в отличном состоянии. Человек пользовался только караваном для путешествий, не более того. Удобный механизм, кстати, щелкать, ребят, я все равно считаю, и все резиночки на месте. Где-то щелкать все равно надо, а то видеть по состоянию. Причем у него даже у хозяина тут, где он отдыхал, куда он выезжал, причем собственник один был у каравана. Вот тут такой легкий, такие на память наклеечек. Столешница вся целая абсолютно, плита, очень, что я не понял, механизм весь рабочий. Электролюк стоит от газа, от электричества, плюс то, что с большой морозилочкой. Трюматик стоит газ, электро, как удобно пользоваться. Корпус нигде, ничего, коцка на нем нету. Здесь также насос, тоже все есть. И в чем даже прелесть по стеклопакетам, что даже ни один комар здесь не залетит, потому что вот еще корпус идет. Здесь как удобно, то есть и тут нереально ему куда-то попасть. То есть очень удобная конструкция. Это под мини-бар, ну, бокальчики, все дела. Причем вот он, один и тот же ракурс, как и должен быть, идет. Отлично. Здесь как раз откроем, посмотрим. Два магнитофона, один кассета, один на дисках у хозяина был установлен. Все остается. Диваны вот они, все чистенькие, аккуратные. Ничего мы не моем, не чистим. Хозяйки есть у всех, всех почистят. Документы тоже все есть на караван от собственника. Очень светлый. Ну, вот, ну, это легенькая грязь, она все отмывается. Ну. Щелкаем. Где-то щелкаем. Подушечки. Все хорошо. Снизу тоже, ребят, смотрим, заглядываем. Колоночки идут. Все столы тоже все на месте. Ну а передки, конечно, смотрим. Механизм рабочий. Все крепко. Очень хороший стоящий караван. 500 рублевый, тем более. Все крепко. Так, проверим.
разбираться. Вот, пойдем дальше. Вот он также диван идет. В чем плюс? Бойлер на 10 литров, газ электро стоит. Щелкаем, смотрим обязательно. Очень красиво. Все резиночки, все на месте. Нечего мне тут придумать. Управление трюмой. Все стоит. Здесь, конечно, плюс то, что вот двухъярусная кровать ставится для детей, для взрослых, как уже удобно. Либо себе просто зона чай, кофе обеденная. Это диваны на второй ярус. Вот они по состоянию. Я думаю, что ими вообще не пользовались. Хозяин все отдал, положил. Ключ для лап есть. Стол тоже присутствует. Здесь тоже стол есть. Вот он в наличии. Очень все достойно в нем. И, конечно, планировка очень удобная. Ну и, конечно, и вес его, то, что небольшой. Вот зеркало, нигде ничего не побито. И в туалете, конечно, вот отдельно туалет стоит, отдельно душевая. Чем удобно, конечно, душевая вся закрыта, воды в воде некуда, по стенкам попадать. Поддон тоже посмотрим. Поддон полностью в отличном состоянии. Здесь вешалка у хозяина сделана. Плюс это для второго яруса, чтобы залезать на кровать, ступенька. Вся штатная, вся есть, все механизмы работают. Ну, что сказать. Кровать реально на пятерку. Так, чуть-чуть почистить, полы может почистить. Ну, в принципе, тут больше нечего. Конечно, да, то, что прелесть это больших панорамных люков. Все там. Все. Отлично. Плюс еще вентилятор. Он и отток, и приток у него есть. Это очень большой плюс. Так что, ребята, если какие-то есть вопросы, звоните, пишите. Вайбер, ватсап есть. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Так что обзоры есть, продолжаются и будут продолжаться. Так что спасибо за просмотр. До скорых встреч.